И помчались по Павлик Алексей Кондаков. Добрый вечер. Меня зовут Алексей, и хотел бы представить вам Boom Public. Это первый маркетплейс контента для социальных сетей. Доказано, что соцсети давно уже перестали быть просто площадкой для общения, и это очень эффективный канал продаж, но доступен он не только для крупных брендов. По данным исследования, 70% малого и среднего бизнеса в США активно используют соцсети. Но для того, чтобы быть постоянно на связи со своими потребителями, бизнес вынужден публиковать от 1 до 20 постов в день. И это нереальная боль. Обеспечить поток нужного качественного контента при ограниченном бюджете. Допустим, вы владелец малого или среднего бизнеса и могли бы сами производить контент и публиковать его. Но для этого вам нужно много времени, знания и креатив. Вы могли бы воспользоваться услугами фрилансера, но это неудобно и ненадежно. А ценник агентства доступен не всем. Мы 7 лет в СММ изучали эту проблему, нашли решение и создали Boom Public. В одном окне мы реализовали функции создания, купли-продажи и постинг контента в 8 самых популярных соцсетей. Как же это работает? Бизнес формулирует бриф и устанавливает цену за пост. Далее просто в ленте просматривает готовые посты, предложенные авторами, и покупает только лучшие. И потом с платформы он может опубликовать эти посты в соцсети в нужное время и в нужные соцсети, собственно говоря. Монетизация нашей платформы осуществляется с двух сторон. С автора берется комиссия с каждого проданного поста, а с бизнеса абонентская плата за доступ к функционалу платформы. Мы знаем наших конкурентов и знаем их слабые места. Традиционные биржи контента позволяют создавать контент на заказ, но не имеют встроенного канала доставки этого контента в соцсети. Сервисы постинга, в свою очередь, могут публиковать контент, но не обеспечивают контентом бизнес. Наше решение лишено этих недостатков, их недостатки – наше преимущество. Рынок контента растет год от года и по нашим самым скромным подсчетам составляет 34 миллиарда долларов в год. За 6 месяцев работы бета-версии нашей системы в Рунете на платформе было создано 10 тысяч постов. Из них 6 тысяч было предложено купить бизнесу. А по сути это 6 тысяч подтверждения нашей гипотезы со стороны авторов контента. Из платформы в соцсети ушло и опубликовалось 6 тысяч постов тоже. И это 6 тысяч подтверждений со стороны бизнеса. Наш ключевой приоритет и стратегия на следующий год – это выход на американский рынок, потому что на нем больше всего представлен малый и средний бизнес, и больше всего денег тратится на СММ. Мы уже готовы, у нас реализована англоязычная версия проекта, разработана маркетинговая стратегия и план развития функционала, включая использование, применение искусственного интеллекта. У нас есть все для того, чтобы проект был успешным. И драйв, и опыт предпринимательства, и 7 лет в СММ, 15 лет сложной разработки, 20 лет знакомства и совместного бизнеса. Мы привлекаем для выхода на американский рынок 850 тысяч долларов США в виде конвертируемого займа. И если бы вы спросили у Билла Гейтса, стоит в нас инвестировать или нет, я думаю, что он бы дал правильный ответ. Контент is king. Инвестируйте в контент, инвестируйте в Boom Public. Большое спасибо. Спасибо большое. Отличная презентация, шикарный проект. Спасибо тебе.